Значит, я не знаю, из ряда ли он выходящий, это думаю, что не очень, но у меня был два момента. Первый заключался в том, что я поступал на факультет в университета, на котором был минимальный конкурс, собственно, что мне и позволило на него поступить, потому что он только появился за год до этого. Мониторьте поляну. У меня был конкурс «Два человека на место». По меркам 95-го года это был очень низкий конкурс, особенно в Санкт-Петербургский государственный университет. Это сейчас демографическая яма. Поступить можно практически везде, там, особенно не в Москве. Вот. А второй момент, ребята, внимательно следите по сторонам на экзаменах, на самом первом, потому что я заприметил там прекрасную девушку, мало того, что, так сказать, у нас с ней был замечательный роман следующие 5 лет, вот, так я еще и списывал с нее все это время, потому что она была все-таки на порядок умнее, за то, что она терпела меня все эти годы студенческие, огромное спасибо. Кариша, привет!